и притягивает всех от мала до велика, и независимо от пола и профессии. Борис Антонов – обыкновенный учитель математики одной из курганских школ. Однако, судя по тому, как он показал себя в горах, это минимум спортсмен-марафонец. У меня работа спокойная. Больше мела в руках ничего не держу. А тут рюкзак носить приходится, то есть приходится физически двигаться. Мне это нравится, то есть смена деятельности. Бориса Антонова и еще несколько зауральцев можно смело назвать покорителями Эльбруса, самой высокой точки Европы. Безусловно, зауральские любители гор не просто собрались и решили пойти на вершину Кавказа. Восхождению предшествовала серьезная работа над собой. Эльбрус не считается горой для новичков, на которую могут идти без подготовки. Причем, как выяснилось, больше приходилось работать над своим характером, учиться управлять эмоциями, а не качать мышцы. Все, кто ходит в горы, никогда не скажут, что он покорил вершину. У этих людей совершенно другая идеология. Они покоряют себя в первую очередь. Это испытание больше духовное, чем физическое. Эльбрус славит своенравной горой. Не каждому дано взойти на вершину. Более того, даже поднявшись на крышу Европы, есть большая вероятность не вернуться живым. Или вернуться, но покалеченным. Неподготовленные люди к этому, вот как раз, которые понадеялись на авось и пострадали. По-моему, это московская группа, поляки. Вообще, горы сами по себе изначально экстремальны. И все, кто находится в горах, в большей или меньшей степени любители пощекотать себе нервы. Самые виртуозные – это, конечно, сноубордисты. Какие только фигуры они не выписывают на снегу и в воздухе, казалось бы, обыкновенной тоской. Увлечение сноубордингом затягивает их все выше и выше, а высота в горах напрямую ассоциируется с опасностью. Как восходитель, так и сноубордист может просто-напросто заблудиться в беспроглядном тумане. Со мной произошло то, что я попала в туман, и в радиусе 5 метров не было видно ничего. Я крутилась по кругу, вот так вот ходила, не знала, где Эльбрус, где вверх, где низ, то есть непонятно абсолютно. Уже начала звать маму, в общем, очень страшно. Где-то час я проторчала, потом пришли спасатели. Несмотря на угрозы жизни и здоровью, люди, кровь которых переполняет адреналин, даже о самом страшном говорят без испуга и с неким восхищением в глазах. Риск по-любому есть, это экстрим, это все очень опасно, но в то же время интересно. Сноуборд – один из самых молодых видов спорта. Ему порядка 30. Однако только за последние 13 лет число людей, катающихся на снежной доске, увеличилось в 2,5 раза. А количество сноубордистов только в США достигает 8 миллионов. Даже многие приверженцы классических лыж перешли на более свободный вид спорта. Но есть и такие, кто сразу влюбился в сноуборд. Просто первый раз поставили на сноуборд, на лыжи даже не пыталась. Боюсь, с детства лыж, и как бы само собой все получилось. Очень здорово. Трудно поверить, но некоторых сноубордистов уже не устраивают специально организованные трассы. Экстрим так по полной программе. По неизведанным, нетронутым склонам кататься гораздо рискованней, но в то же время и захватывающе. Смотрите, вот это как бы идет, как это называется, ну, в общем, утрамбованная трасса, то есть... Ясно, да, вот. А целина, то есть это снег вот такой, ну, он выпал, да, свежий, то есть пухляк такой. То есть едешь, вот, ну, как вот, кайф, ну, я не знаю, как сказать. Ну, то есть вот, классно, одним словом. Для чего же люди рвутся ввысь, рискуют собой? Ради развлечения? Для многих это остается загадкой. И лыжи, и сноуборд – экстремальный вид спорта. Потому что захватывает дух очень. И вообще чувствуешь себя на высоте, наверху над всеми. Еще один экстремальный житель гор – верблюд Аркаша. Казалось бы, обитатель пустынь. Ему бы песок да тепло, но факт остается фактом – верблюд в снежных горах. Приспосабливаться животное, оно устойчивое ко всем условиям. К степям, горам, к снегу, дождю. И есть все подряд. Все, что съедобное. Ну, например? Например, сено, вплоть до ананасов. Многих в горы приводит именно случай. Это уже потом задумываешься, а случай ли это был. Еще позже начинаешь благодарить судьбу за такой случай. Это чисто случайно. То есть попал один раз в горы, вот с тех пор хожу уже лет 14. Я думаю, что очень мало людей, которые вы четко бы сказали, почему они ездят в горы. Конечно, для каждого это свое. И что-то неуловимое для каждого.
На этот раз у курганских восходителей, помимо личных желаний, была цель одна на всех – зайти на вершину Эльбруса и установить там памятную доску всем, кто познал ужасы Великой Отечественной войны. И то, что это удалось довести до конца, каждый участник группы считает огромной удачей. Я благодарен, что друзья мои поддержали инициативу каким-то образом выковечить память наших курганцев, которые защищали Кавказ. Самым рискованным в этом походе оказался спуск с Эльбруса. Эта гора покрыта многочисленными трещинами, и обойти все, да еще в полной темноте, так как спускались уже ночью, было невероятно трудно. Но, как оказалось, нет ничего невозможного. Ну, самая главная опасность – это, конечно, ничего не видно. И потерять ориентир. Ну, и еще в чем была сложность – это в том, что, конечно же, все устали. То есть, отработав целый день, это уже было около 10 часов восхождения, на спуск осталось как раз эти 2 часа, и они проходили именно в темное время суток. Одно сказать можно с полной уверенностью. Гора, окруженная облаками, оказалась благосклонна к гостям из Зауралья. Она не только радушно приняла курганцев, а потом отпустила их домой, но и позволила запечатлеть себя. Несмотря на то, что камеры периодически выходили из строя из-за повышенной влажности, в копилке телекомпании «Регион 45» осталось множество потрясающих кадров. А теперь и вы, уважаемые телезрители, оценили красоту Кавказа и познакомились с некоторыми горными жителями, которые встретились на пути зауральских восходителей. Команда с большим запасом юмора, с большим запасом потенциала, энергии. Вот. Довольны, что в команду попались это ребята из региона 45. Они не спасали перед трудностями. И я это считаю, что у этих ребят огромная перспектива. Альпинисты не намерены останавливаться на достигнутом. Сказать по секрету, каждый участник восхождения, не успев спуститься, тут же определил для себя новую цель. У нас очень много разных мест, то есть куда еще можно сходить. Может, как-нибудь в Альпы попаду. Зов гор – это что-то сродни любви.